Всем могу спросить, могу получить Elderplay. Сегодня в ролике я вам покажу вертикальный Melon Playground. Короче, с помощью одной проги я вот сделал такой вот вертикальный Melon Playground. Давайте я покажу, как он выглядит. И да, вы, наверное, сейчас подумаете, что я вообще уже с ума сошел, что я снимаю какой-то вертикальный Melon Playground, где нормальное видео. Короче, тут небольшая проблема с нормальным видео, оно выйдет завтра, так что все, давайте продолжаем смотреть. Короче, этот Melon Playground вертикальный довольно-таки не очень удобный, но нестандартно выглядит. Нестандартно. Я решил повторить несколько сценок из обычных дней и попробовать сюда заспавнить машину и поуправлять ею. Вот, к примеру, Melon бьют Melon'а тапком. Офигеть, вот это, конечно, очень эпично было, но не очень удобно было. Так, ну что еще вам тут показать? Это, короче, обычный Melon Playground, но только здесь он вертикальный. Вот, сейчас я попробую заспавнить свою BMW, и мы посмотрим, как она выглядит здесь. Но она выглядит точно так же, как и в обычном Melon Playground. Да, это очень люто. Еще я решил зайти на карту с водой и посмотреть, как выглядит вода. Ну, выглядит она точно так же, и я решил в ней покупать Мелона, и он в итоге случайно умер. Печально. Ну что ж, ребятушки, вот такое видео получилось. Влепи лайк, если тебе понравилось. Также можешь подписаться на мой канал, чтобы больше не пропустить новый интересный и крутой контент. Вот, завтра выйдет, если что, длинное видео, так что подписывайся, чтобы его не пропустить. Ссылочка на мой телеграм-канал в описании. Переходи, подписывайся. Ну а с вами был Elderplay. До следующего видео. Пока!